Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня мы продолжаем играть через игру под названием Teardown. Сегодня мы продолжаем уничтожать все, что у нас есть в этой игре. Ребят, как вы слышите, продолжаем немножечко болеть, но надеюсь, что скоро уже поправлюсь окончательно, поэтому, как бы, блин, не поленитесь поставить лайк и большой палец вверх, если вдруг еще этого не сделали. Teardown. Сегодня у нас карта Train Demo, новый поезд. Причем поезд, смотрите, очень большой. Раз, два, три, четыре, пять вагонов. Это большой поезд, такого поезда я в Teardown еще не видел. Огромная круговая карта, ну и в принципе и станция вот такая, в принципе все. Но мы, блин, кыся сейчас отпрыгнула, мой микрофон чуть не сломала. Сегодня мы будем какие-нибудь приколы делать, благо у нас есть машина. На X, кстати, вот вы мне говорили, на X это мод, чтобы спавнить тачки. Я не знаю, как он работает, потому что ни одной тачки никогда у меня практически не было в этом моде. Не знаю, как это все дело работает. Поезд. Поездом даже как-то можно управлять. Там вначале была какая-то кнопка. Можно попробовать на нее нажать. Но вот такой поезд выглядит реально прикольно. Двери, не знаю, закрываются или нет. В самом поезде, кстати, FPS проседает неприятно. Выходим, вроде все в порядке. Это главное, это радует. Так, давайте полетим вперед. Очень, очень длинный реально поезд. Невероятных размеров. Ну-ка. Он... Алло? Алло? Что значит? Что это значит? Ну и что это такое? Ну ладно. Оф. А! 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 Подождите. Ну-ка. Блин, звуки прикольные. Звуки прям добавляют реализма. Это прям какой-то суперсовременный, ну может не суперсовременный, но современный поезд относительно тех, которые мы раньше с вами видели. Одна почему-то вот эта вот, не знаю как назвать. Одни рога, один рог, назовем это так. И, в принципе, вот так вот мы едем. Слушайте, звук прикольный, ну-ка, я хочу внутрь. Блин, а тут внутрь-то особо не попадешь. А, можно, в принципе, ну аккуратно. Ой-ой-ой. Непон. У поезда проблемы, кстати. Там, кстати, написано. Давайте, опа, вот так сделаем. Смотрите, там написано что-то про это было. The train for for optimization. Короче, иногда он слетает, типа, я так понял. Может быть, всегда, может быть, не всегда. Но мне знаете, что теперь интересно? Запустить его и поехать на тачке. Почему на. Почему он запускается на off, а не на on, типа. Странно. Ну ладно. Такая тачка у нас здесь есть. Ля какая. Ну-ка. Сейчас разгоним нашу малышку. И попробуем врезаться в этот поезд. Ну, слушайте, он реально он большой, он супер огромный. Всего 5 вагонов, кажется, но. Вот, ну, как бы не кажется, как бы всего 5 вагонов, но он реально кажется очень большим. Блин, тачка какая-то медленная. Надеюсь, что он не следит? Не слетит без меня. Ну-ка. Не понял. Окей, ладно. О! Ну-ка. Подожди. Слушай, а он едет нормально вроде как. Так, что у меня есть интересное? Acid Gun, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Acid Gun. Не, не помогает. Что у меня есть? Слушай, он едет нормально. Ну-ка, я хочу на него. А если вот так? Ха-ха. Банальный псих. Ну-ка. Ой. Ого. Неплохо. Так, что случилось? Не понял. О, а если я Acid Gun'ом поработаю вот здесь вот? Немножко не получается. Но он не хочет Acid Gun'иться полностью. Так, мне нужен дробовик. Ой, я в поезде, пацаны, я в поезде. Ну-ка. А если я C4-ку поставлю? Ну-ка. Ни хрена себе. Блин, но он не отваливается. А, отваливается. Класс, я думал, не отваливается, а он-то отваливается. Неплохо. Так, вот я хочу вот сюда налить. Ой-ой-ой. Налить немножечко жижи. А почему подо мной все ломается? А, потому что это когда я беру костюм железного человека, я понял. Ну-ка. А так не отваливается. Ну-ка. И так тоже. А, я понял, так он только взрывается. Вот так, правильно? Да. О, он еще как-то держится. А как? Как ты едешь? Эй, дурачок.
Что за бред? Что за бред? Смотрите, он на меня прям едет. Ну-ка, если я прям рокет-бустеров поставлю немножко. Ой, блин, страшно. Куда бы? Сюда? Что я сделал? Непонятно. Почему реально он едет за мной? Я не понимаю. Ну? О, мы на станции. Ой, мы слетели со станции. Ой, мы слетели с рельс. Ой-ой. Тихо, успеем спасти. Не, не успеем. Блин, слушайте, веселая карта, прикольно. Было бы классно, если бы был построен город какой-нибудь внутри, и мы бы на этом поезде вокруг города катались или что-нибудь типа того. Прикол. Так, ну-ка. А если я... Рокет... Подождите. А, вот, Rocket Booster. А, вот, есть Vehicle Thruster. Ну-ка, давайте Thruster поставим. Не понял. Не понял. Не хочешь? Ну, тогда Rocket Booster. Ладно. Почему-то он не... Блин, как громко. Не хочет этот... Ну, ладно. Нормально. Я так хотел. Ну, не совсем, конечно, но нормально, ладно. Окей, все. Запускаем. Итак. Ля. Ля. Красиво. Но это, блин, плохо, что он как-то мало едет. Дрифт платить. Очень-очень мало, очень мало. Ну-ка. Так. Угу. О, а если я возьму... костюм железного человека. Блин, почему я проваливаюсь? Ни хрена себе. Ни хрена себе. Я железный чугагуек. Сюда. Езжай, поезд. О, тихо. Он еще может ехать. Тихо. Сейчас все починим. О, опа. Ну-ка. Ну-ка. Сейчас я все починю. Ну, не совсем получилось так, как я хотел. О! О! Едет! Он едет. Опа! Дрифт на поезде, друзья. Я думаю, что ради этого мы с вами точно должны были собраться когда-нибудь так. О! Ну, другое дело. Смотрите, что творится. Мы дрифтуем на поезде. Ё-моё! Так, а как нельзя могу? Блин, ну, железный человек, костюм, конечно, мне не очень поможет. Только ракет-бустер. Помог нам как-то? Ой, я придумал. Можно сделать сбоку вот так, чтобы он в бок. Оп. Вот так можно еще сделать. Смотрите. Я психопат. Я ненормальный. Да, друзья, немножко я сошел с ума, но это бывает. Такое вы меня знаете. Ой, ничего себе. Живи банальный, спасибо. А я хочу, чтобы он... Ну-ка. Могу его понести? Хи-хи-хи, я его испортил. Ну-ка, давай. Сейчас будет фильм, ребят, фильм. Пьем. 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 Прыгаем. Бенц, мне надо отцепить все вагоны, кроме первого. Нифига я бегу. Чуть не умер. Так, чуть не отцепилась ни хрена. Отцепилась. О, нормально. Расщепись на атомы, говно. Ладно, плохо, лагает. Блин, слушайте, неплохо. Почему, интересно, костюм человека, железного человека стал настолько тяжелым? Он же не был таким тяжелым никогда. А сейчас стал какой-то супер тяжелый. Раньше же, ну, какие-то супер легкие объекты подо мной ломались, а сейчас... А, вот сейчас не ломается, странно. А поезд прям ломается. Хотя сам по себе он трудно ломается. Ой, нихера себе.
Хера себе, я вылетел. В преисподнюю в какую-то не хочу. А, вот, я вернулся. Ну-ка, ну-ка. Ладно, друзья, вот такая получилась серия. Надеюсь, что... О, она вам понравилась. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны. Ставьте большие пальцы вверх, пишите свой комментарий. Этот новый серий печатать на игре под названием Teardown. И заставить себя долго ждать. 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 Ждать.